Всем привет! Сегодня 20 сентября. Я сейчас нахожусь в городе Сочи, в деревне. Только что в саду у себя собрали инжир. И хочу с вами поделиться очень вкусным, простым, проверенным рецептом инжирового варенья. Начала делать. Думаю, нужно обязательно для вас это снять. Конечно, в средней полосе это варенье экзотика. Ну а здесь, в Краснодарском крае, инжир растет в каждом дворе. Поэтому здесь делает это варенье каждый. Смотрите, вот в этом ведре я уже взвесила 4 килограмма инжира. Взяла высокую чашку с бортиками, чтобы все поместилось. Значит, сахар 2 килограмма приготовила. То есть на каждый килограмм инжира вы берете 0,5 килограмма сахара. И понадобится также 1 лимон. Он берется на 3-4 килограмма уже заготовки для варенья. Да? Кожуру лучше снять, потому что затем она в варенье будет горчить у вас. А вот эта белая пленочка, ее можно уже не снимать под кожурой, которая находится. А вот именно вот эту цедру, кожуру нужно будет снять. Горчит, уже проверено. Так, смотрите, я здесь уже начала. Выкладываю послойно и пересыпаю сахаром. Слой инжира, слой сахара. Пересыпаем уже порезанным лимоном, режьте произвольно, как хотите. Можно квадратиками, можно треугольниками, кому как удобно, небольшими кусочками. И вот смотрите, заложила опять слой инжира. Беру сахар, пересыпаю. И также порезала, уже почистила лимон. И небольшими, видите, произвольно дольками порезала. И также послойно пересыпаю. Кстати, инжир я не мыла, потому что лишняя влага здесь ни к чему, тем более инжир собран со своего сада и никогда не моется при варке варенья. Но если инжир покупной, я думаю, что слегка промыть водой нужно покупной. Но так как у нас домашний, он никогда не моется. Вот инжир — это ягода или фрукт. В быту, конечно, принято называть инжир или плод, или фрукт. Но на самом деле это соплодие. Это если смотреть с точки зрения ботаники. Инжир сладкий, поэтому много сахара не добавляется. 500 грамм на килограмм. Я знаю, что иногда больше сыпят. Вот следующая пачка сахара. Опять пересыпаю. Здесь осталось немножко. Вот. Все, целая вот такая громадная чашка инжирового варенья. Смотрите, вот я досыпаю, докладываю лимон, и эту чашку я оставляю на несколько часов, чтобы у фрукта, у плодов инжира выделился сок. И так, друзья, смотрите. После того, как я инжир засыпала сахаром, прошло 3,5 часа. Сахар заметно начал таять. Инжир выделил небольшое количество сока. И я эту чашку уже поставила на очень медленный огонь. И вот в течение минут 40-50 сахар весь растает. Сока появится намного больше. И вот когда варенье закипит, я засеку 5 минут. Прокипит, и я выключу и оставлю это варенье до полного остывания. Так как уже вечер, закрутка варенья у меня переходит на следующий день. Итак, это уже следующий день, утро. Я вам все-таки хочу показать, как выглядит инжирное варенье после того, как я его один раз приварила. Образовалось очень много сока. Я уже включила газ, поставила на очень медленный огонь. Доведу до кипения. Прокипит 5 минут, я выключу. Я сейчас ухожу на море, вернусь вечером. Варенье остынет, и уже вечером мы с вами его доварим. Я, знаете, вчера, кстати, не сказала вам такой момент, не рассказала про сами плоды инжира. Вот я сейчас утром сходила, сорвала с дерева инжир. Как нужно правильно вообще его выбрать для приготовления варенья? Конечно, он должен быть спелым, но не перезревшим, потому что не зря инжир называют винной ягодой, потому что именно когда переспевают плоды, сразу начинается процесс брожения. Вот с него делают хорошо вино, и местные здесь делают чачу инжировую.
Плоды должны быть плотные, упругие. Вот этот глазок, он должен быть не раскрывшийся. Именно здесь вот начинается, при попадании воды, начинается процесс брожения. Кислый и запах винный. Вы это сразу почувствуете. Вот такие плоды, конечно, для варенья не подходят, иначе у вас банки вздуются. Ну и такой момент, что инжир имеет такую вытянутую часть, хвостик, так сказать. Сейчас здесь получше будет видно. Вот. Это плод прикрепляется к дереву. И вот эту часть, хвостик, многие отрезают при варке варенья. Но я этого не делаю, потому что если вы обрежете этот хвостик, то инжир расплывется в варенье. Он не будет держать форму. А вот когда вы хвостик этот оставляете, форма инжира вот такой прям целой ягодкой остается вареньем. Мне это больше нравится. Но если вы не любите этот хвостик, при поедании варенья вы можете его откусить и выбросить. Но мы съедаем весь плод варенья. Все нравится, потому что кожица очень тонкая, мягкая. Этот хвостик тоже довольно-таки тонкий. Поэтому все оставляется. Ну, в общем, все. Оставляю все до вечера. Приду с моря и с вами доварим варенье. Ну что, провариваться я варенье поставила уже в третий раз. На очень медленный огонь, это важно. Посмотрите, какие плоды у инжира. Целые, красивые. И именно в третий раз я буду проваривать 15-20 минут. И вообще, знаете, чтобы определить, готово варенье или нет, плоды должны быть как будто прозрачные, стеклянные. Но вы это сразу увидите, когда будете варить варенье. Именно горячим обязательно я буду раскладывать по стерилизованным банкам. Объем банок лучше брать или 700-граммовые, или литровые, потому что плоды у инжира крупные, и чтобы побольше банку поместилось, берите 700-граммовые или литровые. Затем закрою, крышки у меня винтовые, закручу, переверну и поставлю под то теплое одеяло до полного остывания. И еще немаловажный момент. Когда будете уже раскладывать варенье по банкам, следите, чтобы соотношение фруктов и сиропа было одинаковым. Чтобы не получилось так, что у вас в одной банке одни фрукты, в другой один сироп. Старайтесь разливать равномерно. Кстати говоря, инжир еще называют фиговым деревом. Он довольно-таки высокое, с мощной корневой системой. И, к слову сказать, именно в Библии описывается, что Адам и Ева свою наготу прикрывали фиговым листом. Ну, а мы с вами варим варенье, что тоже очень важно. Все, варенье готово. Банки остыли, я их перевернула. Можно сразу опустить в погреб или оставить в квартире на хранение, в шкафу. Замечательно хранится варенье, уже проверено. Я знаю, что некоторые не любят свежий инжир, но обожают инжирное варенье. Вы посмотрите, какие плоды. Целые, не разварились. Очень красивые. Обязательно попробуйте. Я думаю, что вам понравится. Вот из 4 килограмм получилось 5 банок. По-моему, они 700-граммовые. Очень вкусно, попробуйте. Я вам желаю всего самого хорошего. Подписывайтесь на мой канал и всем пока!